Всем людям дарю улыбку и радость, и тепло, и свет, и позитив. Вот я как-то просто стоял в Астане около метро, чисто я встретил его, он проходил мимо меня, он просто улыбнулся и глазом моргнул и пошел дальше. Мне так было приятно очень. Очень как-то вот я только вот одно в голове держу, как вот он дожил таким молодым до такого старого возраста. Как можно дожить таким молодым до такой старости? Можно только мечтать. Мы просто когда Трахтенберга хоронили, ехали с похорон Трахтенберга, и мы с ним очень хорошо говорили. Я увидел, насколько это правильный, красивый, мудрый, взрослый и совершенно серьезный человек, при всем при том, что вот он такой был очень экзотический на вид. Но потом он, когда видел людей, он делал свои, шевелил усами, как все говорят. И оставалось чувство радости. Все будут вспоминать, как мы сами шевелит. И после этого остается такое хорошее воспоминание, что-то светлое в душе рождается от воспоминания, от его, о его виде. Поэтому вот эти яркие люди, которые на вид яркие, да, они украшают нашу жизнь. Это большое украшение, это радость. И мы говорим о том, что ты вообще, по-моему, великое счастье. Вот так вот раз, спокойно, и улететь в новый мир, правда? Да, но они, эти люди порождают добро все-таки. Когда его смотрят, все улыбаются, улыбаются. И вот эта улыбка и светлое чувство просто от одного вида. Поэтому если бы люди занимались своим видом так тщательно, может быть, они тоже как бы... Если было бы желание такое... Но вообще-то очень большая работа, конечно, я знаю. То выходить к людям так... Есть артисты, которые ходят на работу, а потом они приходят и становятся обыкновенными людьми. А есть артисты, которые вот артисты по жизни. Это большая работа. Они все время артисты. Они вот как только к людям выходят, он все время не забывает о том, что он артист всегда. Это редчайшее явление.
часто, кстати, встречаю его в метро обычно, да. Сам же только здороваешься. И тут проходящая молодежь всегда обычно подбегает, сфотографироваться хочет. Можно с вами сфотографироваться? Можно, можно там. Конечно, конечно, обнимает, все, такой контактный был. Что меня прежде всего удивляло, он о каждом человеке думал лучше, чем он есть на самом деле. И он создал какой-то образ такой мой, идеальный. Я все время думал, как же соответствовать этому образу. То есть, когда нужно было что-то сделать, что-то совершить, что-то сказать, я все время думал, только бы мне не разочаровать Вспышкина, вот что он подумает о том, если я что-нибудь сделаю не так. Вот, то есть это был абсолютный моральный авторитет для меня и для всех нас. И, конечно, Петербург опустил. И без него нам будет очень грустно. Всегда видела его радостным, бодрым человеком, большой энергии духа. И очень странно, что как-то так странно, внезапно вот эта смерть, просто не верится. Я снимал видеоролики, вот эти, посвященные с мамой по блокадному Ленинграду и с Днем Победы, и другие, и даже обращение президенту Медведеву Дмитрию Анатольевичу, да, которое мы записывали вместе, и на которое так и не было ответа. Я надеюсь, ну, хоть теперь люди в администрации, которые занимаются обработкой вот этих обращений, они, ну, хотя бы посмотрят это, и уже не говоря о том, что наконец-то примут какие-то меры, касающиеся вот этих льгот блокадников, которые уравнять. И я надеюсь, это хоть наконец-то хоть теперь будет сделано. Это был светлый человек, носитель нормы, морали. И у него очень сердце болело за Россию. Мне кажется, на этом мы с ним очень сошлись, потому что он каждое утро почти мне звонил. Мы с ним обсуждали новые там политические события. И все, что происходит, часто приводило его в большую печаль. Ему было очень тяжело от нарастающей вокруг лжи. Особенно последний вот буквально месяц. Мы на эту тему часто с ним разговаривали. И настроение, честно говоря, было мрачное. Но кончина его была безвременной, я считаю, потому что в нем было столько жизненных сил, что он мог жить еще и очень долго. Светлая ему память, и вместе с ним ушел луч солнца из нашего города. Но он дарил свое солнце очень многим людям, и я думаю, что теперь их задача какие-то искорки солнца нести дальше в мир.